Сирийская оппозиция сегодня, как ожидается, присоединится к переговорам по урегулированию кризиса в Арабской Республике. Делегация 17 человек накануне прибыла в Женеву, где уже с пятницы находится представитель официального Дамаска, и через несколько часов должна провести встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. По приезду делегаты заявили, они готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий. Сообщается, что среди них нет представителей Джейш-аль-Ислам и Ахрар-аш-Шам, на чем настаивала Россия. В нашей стране эти организации признаны террористами. Правда, до сих пор не решен вопрос об участии сирийских курдов. Они ведут борьбу с Исламским государством, запрещенным в нашей стране, и остаются одной из ключевых сил в регионе.